питерский гостиный двор. Вот такая вот красота. Покажу сейчас все вам. Это просто как торговый центр огромнейший. Ну, естественно, где же я еще могла зайти? Да. Здравствуйте. Бывает. Заскочила. Представляете, да? Вот это Санкт-Петербург. Смотрите, какая красота. Какая красота. Так, сначала чехол на телефон, а потом всякую всячину покупаем. Спасибо. Ну все, я сорока. Да, я вот уже вижу. Петербургский ангел вон какой. Ой, ребята, смотрите, какие фарфоровые штучки. Ой-ой-ой-ой-ой. О, отлично. Красиво. Очень красиво. Это Питер. Ребятки, а это прям достопримечательность Санкт-Петербурга. Пышки. Пышечная. Прям вот вообще. Я помню, как я с мамой перед тренировками или со школы, когда возвращались, сразу же бежали в Пышечную. Такой вот замечательный бублик здесь есть. Ну, так как мы худеем, поэтому мы сегодня без пышек. Вот такие вот интересные здесь заведения в Петербурге есть. Естественно, естественно, футбол. Питер болеет за «Зенит». Вот, конечно, на самом верху на «Зенит». Да? В общем, симпатично. Красота. Сейчас покушаем. Чехольчик я так себе не взяла. Сейчас покушаем и пойдем дальше на Васильевский остров. Стрелка Васильевского острова хоть вам покажу. Вот так вот выглядит Питер. Гостиный двор. Культурная столица. Красота. По городу тоже будет приятно, хорошо, тем более в такую погоду. Я вообще тоже молодец, блин, вообще нашла день, в который приезжать в Санкт-Петербург. Это понедельник, удивительно, рядом называют. Конечно же, все закрыто, перекрыто, но ничего страшного. Питер можно рассматривать просто, гулять. Ну просто вообще стейк по-питерски. Капустка красная, это сливочно-горчичный соус, картошечка фри, салатик цезарь с креветками. Ну шикарно, приступаем. Так как моего любимого фондана шоколадного нет, я все равно заказала себе шарик шоколадного мороженого и фисташкового. Нет! Даже что я здесь, не верится, просто не верится. Боже, какая красота! Просто слов нету. Так. Ой, не верится. Да. Ребятки, на улице очень-очень-очень холодно. Поэтому я долго не смогу гулять по Петербургу. Пока в сторону дома едем, останавливаемся. Ну, в общем, я думаю, завтра я уже в сторону Москвы буду выдвигаться, и по пути я буду снимать все. Вот такие пирожки. Останавливаемся максимально по таким, по интересным местам. Ну как, ну вот все, что я успела показать. Вот летучий голландец. Вот там вот. Мы, к сожалению, его проехали быстро. Так, вот тут вот раньше тюрьма была. Давным-давно. Ну, красиво. Петербург, конечно, это да. Так, а вот это музей артиллерии. Вот. Ну, видите, я, блин, в понедельник приехала в Санкт-Петербург. Все закрыто, никуда не попасть. Фиг бы на эти клубы, но даже вот, ну, в принципе, не попасть вообще в музей.
Как говорится, что тебе снится, крейсер «Аврора». Вот он. Обалдеть. Мне даже самой не верится, то, что я здесь сейчас нахожусь. Мне вообще... Я не знаю, как передать это. Просто не знаю. Это очень круто, очень круто. Питер, ты прекрасен. Вот он. Солдатики, службы. Все, домой. Я замерзла, ребят. Замерзла.